Я слепила себе вот такую вот палитру, не знаю, как она называется, из фарфора. Лепила каждую ячеечку сначала, у меня от кукол остается много остатков, отходов. Вот тут откололась. Слепила каждую и потом вместе соединила. Не знаю, один раз обожгла, потому что нельзя было в воде ее сейчас замачивать, если бы она не обожженная была. А, вот, а теперь вот натираю водички, чтобы оно было гладенькое. Надеюсь, при втором обжиге ничего не лопнет и будет у меня такая вот красивенькая палитра. Очень надеюсь на это. Как говорится, будем держать кулачки. Вот здесь вот откололась внизу. Вот один кусочек. И вот второй. Наверное, пузырь, когда попадает пузырь воздуха, то откалывается как в глине, так и в фарфоре. И другую я слепила, сейчас покажу, из глины, из белой. И там надо будет мне ее покрыть глазурью и тоже обжечь. И будет у меня такая палитра для акварельных красок. Можно и для акриловых, но я акриловыми мало пользуюсь, но иногда пользуюсь. Вот, будет такая красота у меня. Надеюсь, ничего не лопнет. Как я говорю, выживет. Главное, чтобы прошло вот этот высокий обжиг второй. Вот, колюсенькая такая. Ой. Класс. Интересно, что получится. Как я обещала, показываю глиняную палитру. Я слепила уже ее давно. Даже не помню даже и как. Вот такая она тяжеленькая довольно и большая. Уже 20-го года. Все не было. То место в печи, то еще что-то. Вот. Сейчас я ее покрою глазурью и обожгу вместе с фарфорчиком. Глазурька вот такая у меня. Беленькая и с вкраплениями кристаллов. Кристаллы, кстати, можно повынимать, если не хочется, чтобы много их было. Вот такая она получается. Это чашечка моя. Керамикой я занимаюсь редко. Люблю лепить. Вот такая она будет красивенькая. Кристаллики эти взрываются в печи, растекаются, и получается вот такой вот красивый узорчик. Вот. Сейчас мы покроем палитрочку. Вот еще вторая чашечка. Это для моего меньшенького сына. Я отлила глазурь в маленький контейнер. Вот. Добавила немножечко водички, потому что он какой-то густоватая была. И сейчас покрою вот эту палитрочку внутри только глазурькой. И все. Это кисточка грубоватая. Ну, слоя, наверное, два, не знаю. Вот так вот. Вот эти кристаллики, видите, такие вот маленькие, вроде песочек разных цветов. Вот это вот оно так взрывается, растекается, не знаю, как сказать правильно. И получается такой красивый узорчик. Я его везде так покрою. Конечно, белое бы лучше было. Ну, что-то не хочется белой. У меня есть тоже глазурька белая. Мне не хочется. Хочу такое цветное, чтобы было внутри немножечко. Такое веселенькое, веселенькое. Красивенькое. Вот. Вот так вот каждую ячеечку, наверное, в два слоя. Чтобы было такое плотненькое. Вот они такие кристаллики хорошенькие. Такие красивые. Вот. И будем надеяться, что все красивенько, все обожжется. И буду пользоваться вот такой вот палитрочкой самодельной. А то покупать
Я могла бы и купить, но как-то не хочется. Тем более, сама могу сделать. Купить это просто. У меня только пластиковые, поэтому я решила сделать фарфоровую одну. Не знаю, она выживет или нет. Будем надеяться, что выживет. И такую глиняную. Большие такие ячейки, конечно. Он немножечко, конечно, уменьшится при обжиге. Вот. Ну, вот так вот покрываем все. Я только внутри буду делать, снаружи не буду делать. Абсолютно не надо снаружи. А здесь не будет протекать, оно не будет. Вот. Водонепроницаемое. То, что и нужно. И вуаля. Потом покажу результат. Вот я покрыла глазурью. Ручка покрасила. А когда чуть подсохнет, я вот эти вот камушки немножечко смахну. Может, их слишком много. Не хочу, чтобы было слишком много. Вот. Результат нравится. А вот и мои палитры. Я их обожгла вместе с фарфоровыми деталями. Вот такая красота получилась. Очень красивые. Тяжеленькая. Это из глины. Кристаллики вот эти. Такие красивые получились. А вот из фарфора. Тоже ничего не лопнуло, все красиво обожглось. Буду пользоваться. Может быть, еще сделаю. Мне очень понравилось. Будет такая красота. Именно беленький такой красивый, чтобы было видно цвета, которые замешиваются на палитре. Смотрите, какая красота. Очень довольна осталась. Вот. Спасибо большое за просмотр. До встречи в новых видео.